Ульяновские предприятия стремятся за рубеж. Только за прошлый год совокупный оборот по экспорту составил 800 миллионов долларов. В этом году местный бизнес будет стремиться перешагнуть отметку в миллиард долларов. Расширится и количество стран-экспортеров. Знаете, сегодня 140 компаний-экспортеров по итогам 2019 года в Ульяновской области. Мы производим как высокотехнологическую продукцию, такую как системы комплекса обеспечения безопасности. Это и оборонно-промышленная продукция, это и радиофармпрепараты. Это очень большой сегмент продукции в сегменте товары для дома, предметы интерьера, мебель, строительные материалы. Это продукты питания. В списках ульяновских товаров, поставляемых за рубеж, можно найти что угодно. Главное отличие наших – они не сырьевые. В регионе нет нефти и газа, чтобы гнать их в другие страны. Но у нас есть технологии и собственные разработки, которые очень ценятся за границей. Этот небольшой, но очень умный прибор разработан в Ульяновске. Эта коробочка, установленная в вашу машину, сможет рассказать о том, когда открывались и закрывались двери, сколько километров и где проехала ваша машина, сколько бензина было затрачено и, в принципе, вообще все, что только можно знать о машине. Владелец авто может прямо в своем кабинете узнать абсолютно все, что происходит с машиной в любой момент времени. Аналогов в мире у нашей разработки пока нет. А вот востребованность есть. Поэтому кризис перепроизводства не грозит даже в условиях общемирового экономического кризиса. Нашим рынком на данный момент является Российская Федерация, плюс страны СНГ, и совсем недавно начали развиваться в сторону экспорта, и первые наши поставки были в Латинскую Америку, в Индию и в Румынию. Абсолютно все составляющие прибора сделаны в Ульяновске, включая необходимое программное обеспечение. Такие компании и товары нужны региону, небогатому по сравнению с остальными полезными ископаемыми и прочим сырьем. Развитие региона может проходить только по сценарию глубокой переработки чужого сырья, как это делает, например, Япония. Вообще тема поддержки экспорта и вывод ульяновских компаний на внешний рынок очень важная задача, от которой во многом зависит благополучие области. Задачу увеличения экспорта ставил губернатор, который неустанно возит образцы наших товаров в международные командировки на выставки и форумы. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», обозначенный президентом России одним из приоритетных, реализуется в регионе с неплохими показателями. Всего за год экспортная составляющая выросла почти на 15%. Для сравнения, общероссийский экспорт имеет отрицательную динамику на 5,57% меньше, чем за 10 месяцев 2018 года. В Ульяновске производятся новомодные гламурные товары. Например, украшения, которые не сразу воспринимаются таковыми. Возможно, наш потребитель еще не совсем готов платить за них, но Канада с удовольствием платит. А конкуренты пытаются, но не могут повторить технологические находки. А у нас есть конкуренты, которые постоянно повторяют наши продукты. Которые, да, мы выпускаем новое изделие какое-то, они постоянно пытаются копировать. И вот непосредственно «Северное сияние» пока в таком исполнении никому еще не удалось сделать. Производители украшений работают исключительно на экспорт. Каждое украшение уникально. Каждое плод ручного труда специалистов-самоучек на оборудовании, разработанном и сделанном прямо в ювелирной мастерской. Реализация ульяновских товаров стабильно идет в 60 стран мира. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ.